Интересно. Разве уголовникам давали доступ к нашей базе данных? Просто стараюсь быть в курсе событий, капитан. Я смотрю, этой королевы клинков все боятся пуще смерти. А по мне так ничего особенного. Ты понятия не имеешь, кто она, верно? Мне-то какое дело? Ну, а Джиму дело есть. Они были близки. Погоди-ка. В смысле, они того этого? Очевидно, она была другой, пока ее не забрали зерги и не превратили в это. И Джимми винит в этом себя. Честно, если мы встретимся с ней лицом к лицу, не знаю, что он сделает. Такой женщине только одна дорога. Я застал Тайкуса за сбором информации о Керриган в нашей базе данных. Не знаю, какую игру он ведет, но доверять ему нельзя. Мэтт, мы с Тайкусом дружим уже давно. Вместе прошли через многие неприятности, и он ни разу меня не сдал. Когда легавые нас прижали, он взял всю вину на себя. Я начал жизнь с чистого листа, а его упрятали за решетку. Я понимаю ваши чувства, сэр, но... Я перед ним в долгу, Мэтт. Хватит об этом. Слушаюсь, сэр. Донни Вермиллион. В прямом эфире из студии UNN. Сегодня мы поговорим о печально известной королеве клинков. Ученые и военные предполагают, что эта загадочная особа появилась вследствие мутации человеческого организма под воздействием вируса зергов. Верно, Донни. Может ли быть так, что в теле предводительницы зергов бьется человеческое сердце? Меня беспокоит другой вопрос, Кейт. Значит ли это, что возможен союз между тиранами и зергами? Донни, у нас нет абсолютно никаких подтверждений того, что после заражения тираны сохраняют свободу воли. Вы правы, Кейт. В таком случае остается один вопрос. Как убить королеву клинков? Это серьезный вопрос. Если ее не удастся нейтрализовать, то человечество обречено. Твои приятели Мёбиусы случайно не упоминали, что королева клинков тоже положила глаз на артефакты? Слушай, они просто дают мне инструкции. Да и какая разница? Нам все только спасибо скажут, если мы прикончим эту тварь. Я думал, что у тебя все вертится только вокруг денег, Тайкус. А почему бы мне не помочь человечеству и заодно не подзаработать кредитов? Да уж. Мои ребята всегда готовы помочь. За хорошие деньги. Эта женщина-зерк разговаривала так, будто вы с ней давно знакомы. Похоже, что встреча взволновала вас. Нас с ней многое связывает. Когда-то она была призраком. Потом мы объединились с Менгском и вместе помогали свергнуть конфедерацию.
Мы были хорошей командой. Что с ней случилось? Она стала жертвой войны. Не хочу вас обидеть, док, но я не люблю вспоминать об этом. Понимаю. Но если захотите поговорить, я всегда готова выслушать. Последнее время по кораблю ходят тревожные слухи о необъяснимых шумах, странных видениях, голосах тьмы. Поговаривают, что артефакты прокляты. Суеверная чушь. Артефакты абсолютно нейтральны и к тому же надежно экранированы. Есть остаточная радиация, но не думаю, что она может повлиять на происходящее на корабле. Да поможет нам Бог, если мы столкнулись с технологией, которую наши примитивные обезьяньи мозги не способны понять. Присматривайте за этими артефактами, док. Вы в порядке, сэр? Встретить Керриган после стольких лет? Вы должны остановить ее, Мэтт. Чего бы она ни добивалась. Что ж, сегодня мы ее обставили. Очевидно, ее тоже интересуют эти артефакты. Знать бы, зачем они ей. Слышал, что могучий Джим Рейнер снова в деле, но не при деньгах. На Редстоуне самые ценные ресурсы в округе. Но когда здесь появились зерги, килмарийцы резво собрали чемоданы и смылись от греха подальше. Деловые люди могут неплохо раскрутиться на этом предприятии. Если ищешь легких денег, прилетай на Редстоун. Редстоун. Та еще дыра. Я уже говорил, что ненавижу вулканические планеты. Рад, что вы прилетели. Меня зовут Дош. Поможешь мне накопать минералов? Плачу щедро и в срок. В чем подвох? Это местечко нестабильно. Низины каждые несколько минут заливает лавой. Конечно же, самые лакомые месторождения находятся именно там. Но, думается, для такого стреляного воробья, как ты, это не помеха. Сэр, сканеры засекли на поверхности биосигналы зергов. Придется потратить некоторое количество добытых ресурсов на оборону базы. Но не следует увлекаться, иначе операция затянется. Лава и зерги. Мой любимый коктейль. Ладно, поехали. Кого подлатать? За дело? На твой счет. Эй! Пристройка завершена. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Лава поднимается. Немедленно выводите все КСМы из низины. Будет сделано. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Что стряслось? Доктора вызывали? Пристройка завершена. Отправил вам на помощь своих друзей, головорезов. Головорезов, говоришь? Да, это настоящие маньяки. Нужно бы наладить их обучение, ковбой.
не вешать нож, головорезы! Не вопрос. И это все непременно. Ладно. Где-то в этом районе была парочка моих ребят. Проверь-ка, вдруг они еще живы. Точняк! Конечно! Приказы будут брать с дороги! Бегу, Морс! Выполняю! Тебя прислал Тош, да? Вовремя ничего не скажешь. Отрабатываем контракт и уматываем с этой планеты. Что стряслось? Сэр, сэр, сканеры засекли биосигнал крупного существа. Думаю, это бруталиск. Если вы его убьете, то мои... наши исследования значительно продвинутся. Хочу еще раз напомнить, сэр. Чем больше ресурсов мы тратим на войска, тем сильнее отдаляемся от цели задания. Постарайтесь быть умереннее в расходах. Сделаю отход! Вас понял! Все понятно! Вооружен и опасен! Есть проводник! Отдавим их интеллектом! Мистер, база атакована! Я уже заждался! Что за спешка? Что стряслось? Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. За дело. Улучшение завершено. За твой счет. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Кого подлатать? Есть работёнка! Всё понятно! Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Что стряслось? Ура! Сверху! Месторождение минералов выработано. А! Чего, Пуган? Что происходит? Есть, сэр. Сейчас рванет! Раз ты помогаешь мне, я помогу тебе. Вот координаты ближайших месторождений. Да. Окей! Давно вы так! Я уже заждался! Давно бы так! Круто! Прочь с дороги! Улучшение. Месторождение минералов выработано. Смерть на пороге! Месторождение минералов выработано. Кого под солид под солид? Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. А! Чего пугаешь? Есть. Что стряслось? Понял. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности.
Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Давай, удиви меня! Приказы будут? Кому навешать? Так точно, сэр! Что еще? Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Составим их интеллектом! А? Чего пугаешь? Кого подождать? База атакована. Доктора вызывали? Окей. Вооружен и опасен. Утка побирает. Давай, удиви меня. Вас понял. Конечно. Месторождение минералов выработано. Небесная! Превосходно! Месторождение минералов выработано. Как скажешь! Все понятно! Месторождение минералов выработано. Вооружен и опасен! Так точно, сэр! Что стряслось? Кого подлатать? Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Перед посадкой я провел сканирование местности. Высылаю полученные данные. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Пугаешь. За делом. Огоньку. Как скажешь. Высылайте подмогу. Окей. Пошло-поехало. Приказы будут? Вооружен и опасен. Поехали! Отлично! Утка подгорает! Понятно! Тут вы носят!
Твои люди работают быстро. Мы уже собрали половину минералов. Прекрасно, мистер Рейнер. Мне тут сказали, на другой стороне каньона есть еще минералы. Превосходно! Вооружен и опасен! База атакована. Кто на новенького? Утка подгорает! Ник Поли! Давно бы так! Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Что за спешка? Жду не дождусь! Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Выкладывай! Я уже заждался! Прочь с дороги! Вас понял! Захода и готово. Петка! Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Превосходно! Выкладывай! Давай, удиви меня! Высылайте мешки для трупов. Смерть на пороге! Все понятно! Надерем им сочетать! Выполняю! Превосход! Выноси! Надерем! Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Кто не дождусь? Так точно, сэр! Как скажешь! Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Приказ получен! Молодцы, ребята. Отличная работа. А теперь сваливаем из этой адской бани. Уже управился. А ты шустрый, мистер Рейнер. Думаю, нам еще будет что обсудить.